все проекты и все программы по развитию округа. Сегодня в ДК «Лепсе» прошел второй этап внеочередной конференции местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В повестке несколько вопросов. Один из важных – определение голосованием итоговых списков кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Солнечногорск по единому и одномандатным округам. В своем обращении к делегатам конференции Владимир Слепцов отметил важность формирования в округе команды единомышленников, от энергии и компетентности которых зависит будущее округа. Сразу после того, как счетная комиссия назвала списки кандидатов по единому и одномандатному округам, делегаты приступили к голосованию. 11 человек в списке по единому избирательному округу и 15 одномандатников. И почти единогласно делегаты конференции поддержали эти списки. Сразу после голосования в интервью нашему каналу Владимир Слепцов отметил важность формирования команды. Да, сейчас формируется команда Солнечногорья, команда депутатов, именно депутатского корпуса, которые в дальнейшем будут работать на благо жителей Солнечногорья. А вместе с администрацией округа они должны формировать те проекты и решения, которые в дальнейшем должны быть реализованы самой лучшей стороны. А самое главное, что солнечногорцы выполнят свой гражданский долг и придут проголосовать за ту команду, которая должна работать на благо Солнечногорья, на благо развития нашего округа. Далее на конференции партия отметила заслуги лучших. Среди них такие известные люди, как Лёва Агабалян. Вы поддерживаете эту команду? Поддерживаю, я их поддерживаю, партию «Единая Россия» поддерживаю. Естественно, партия России выбрал своего команду, мы их поддерживаем. Ну, и вот на сцене та самая команда, которая получила сегодня поддержку на партийной конференции для участия в выборах депутатов Совета депутатов городского округа Солнечногорск 14 апреля.